Так, ну вот, всем добрый вечер. Вот сегодня 7 число. Ну вот, хочу показать. Вот они. Это называется хитрожопые голуби. Никакая сетка им не преграда. Вот они идут. Я стою, и без стеснения они идут. Вот один перелетел, и за ним все тянутся. Ну, пока они вот на грядки не полезли, я вот стою и смотрю. Стоит мне отсюда уйти, они полезут пропалывать грядки. Вот они взлетают поодиночке, потихонечку, потихонечку. Вот. И сейчас весь табун придет сюда. Что им здесь надо? Они привыкли вот так вот гулять зимой, прям чуть ли не до двора доходить. Вот они потихонечку все летают сюда. Вот на крышу, раз, и сюда. Все. Вот такие вот они. Подлетают, и какая нахрен сетка здесь их удержит. Их только удержит вольер. А в вольере они превратятся в курей. И так я их не выпускал. Сколько дней? 3 дня сидели, пока дожди. Вот. Сегодня еще солнышко, завтра еще. Завтра мне на работу буду закрыты. А потом 9 числа опять у нас дожди. 9, 10, на все там праздники обещают дожди. Не знаю, насколько будут сильные дожди, как, что, но обещают дожди. Вот что они здесь ищут, вот. Благо, они рассаду пока вот не трогают, но их надо гнать отсюда. Вот они пока вот штук 10-15 прилетело, сейчас прилетит 50. И они как трактора начнут здесь копошиться. Так, пойду. Покажу всех остальных лентяев. Вот так вот и приходится, как привязаны здесь с ними сидеть. Или же их не выпускать, пока все не подросло в огороде. Вот эта вся рассада тут вот скоро на грядки пойдут. Вот помидоры, там вон что-то зелень начинает. Не знаю, сестра что посадила. Так что пока приходится так. Тут позакрывал, что сам не могу открыть. Черный полетел уже. Сейчас попробуем этих выгнать. Такие молодежь. Вот малыши еще растут, которые вон мраморные, которые еще не умеют летать еще. Может быть, пару раз выходили сюда на улицу. Даже не знаю. Сейчас попробую. В принципе, сегодня уже гонял я их. И утром гонял до 7 утра. Так. Вот они. Вот я их согнал. Там пара пискунят сидит. Здесь голубка. Голубки тоже. Там 2 штуки. Здесь вот они тоже 2 штуки сидят. Здесь пара на яйцах. Там белые на яйцах. Так, тут 2 малыша спят. Так, ну и вот здесь пара из-под моих белых персов. Так, давайте, выходите. Вот она, красная голубка моя. Везде. Там вон такие черныши. Вот мои черныши. Ну, 3-е яйцо брал. Вот было в этом гнезде. Вот он к ним прибился. Вот он, мой голубь.
перс. А что он? А, уже на яйцах сидит. Уже яйца положили. Голубь перс сидит. Там, а вот два перки растут. Еще. И вот такие малыши персюки растут. Один рябоголовый. Так. Ну и здесь, а здесь, а там вон, там пара на яйцах сидит. Здесь, а вот за решеткой, тоже на яйцах сидят. Там пара белых на яйцах. Там вон малыш. И вот эти вот, они все сбиваются, ходят здесь в кучу. Вот здесь пара черных. Красный опять нагонял голубку на яйца. Вот и все тут шныряет. Вот беленький, там вон мраморный. Там тоже вон один пескуненок. И такла. Такла вывели. Тоже одного точно вывели. Так, голубку на яйца пущу. Остальных надо. Давай. Эти уже большие. Вот такие пескунята. Вот. Тут, правда, голубь мой прилетел на сачубы, не знаю, полтора суток его не было. Давай. Где он? А, вот он, его не надо выпускать. Вот он, черный в углу стоит. Вот его выпускать не надо. Так, его надо загнать. Загнать в голубятню. Так, а вот этих... Давай. А вот этих надо выгонять. Давай, давай. Ух ты, такой мессер выскочил. Давай. Давай, здоровый. Здоровый бабай. Ну, сейчас особо и гонять не буду. Так, кто полетит. О, там уже стая мотается, оказывается. Вон они поднялись. Так, сейчас я и телефон уроню. Сейчас вот отсюда во несколько лентяев сгоню. Вон желтый остался, и чап, и черношейка остался. А ну, давай. Черношейка не хочет, и желтый не хочет. Ух ты, ух ты, малыша, малыша чуть не загнал. О, такла откуда-то прилетела. Так неудобно мне с этой вот палкой здесь, а, бегаю. Так, вот они потихонечку. Кто-то полетел. Вон там еще целая куча. О, красный, 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 красный. Вот она. Вот так покажу, как вольерные летают. Вот она. Раз, два, три круга и быстро на землю, и все. Она сама себя боится. Она не знает, как ее, как себя вести в небе. Вот остальные вот полетели. Так, удали вот. Ну, даже до средней не поднялись. И вот они в разброс где-то кто-то. Кто-то летает. Это быстро эти садятся. Надо взять удочку. Сейчас, секунду. Так, кого-то разогнал. Вот он, куцы. Хвосты пообрезал. Ну, они все равно. Эти здесь мотаются. Стая мотается. Вот черный какой-то бьет. Черный молодец. Ох, его аж сносит.
Красную опять погнал. Вот она, птица вольерная. Вот она, как летит. Как и говорил, поближе к земле. Поближе к земле. Ухо! Вот так вот. Чуть не разбилась. Вот так вот они летают. А вот те, которые гоняешь периодически, вон они. Так приближе. Вон она. Стайка полетела. Вот штук 60. Даже больше. Ну, общая масса летает, наверное, штук под 70 точно летает. Вот так вот. Ух ты! Прилетела. Одна стая оборвалась, а чуть-чуть низом пошла вниз. Вот спускаются. А те вот наоборот. Вот она. Вот она стая. Та пошла наверх. И три или четыре. Четыре одиночки пошли. Нет, пять. Пять. Ну, малыши еще не вывозят. Вот здесь пёрки эти вот. Беленькие не вывозят, поэтому я не стараюсь пока. Вот сегодня с утра более старшие, ну как бы, они полетали. Вон даже шейка тоже полетал. Вот он, мой перка. Вот молодец, тоже пошел. Уже где-то второй или третий раз вот он летает. Надо удочку убрать. Пока сейчас я в сторону отойду. Вот он тоже, вот он, мастёвый. Все, что в нем есть, это масть. Вот она, куцая моя, тоже обрезал ей хвост. Вот она как жахает. Ну, хоть будет долетать до дома, голубка. Ух ты, ух ты. Вот он, мастёвый, пошел. Мессер. Красный, чубатый на вид. Ему цены нету. Ни белого перышка, ничего. Вот он пошел. Может, сейчас и улетит даже. Сегодня утром точно так же, с крыши на крышу. Хопа. Все, вот. Вот все, что есть. Из мастевой птицы. Масть. И все. Цена только за красоту. Лед ноль. Нету леда у него. Вот, а остальные вот. Там вон еще те поднялись чуть-чуть, стайка. И наверху чуть-чуть повыше, вон они, одиночки. Одиночки 4, 6, 7. 7 одиночек мотается, уже как бы до средней добрались. Вот это повыше стая, это вот пониже. Вот, сегодня с утра они у меня полетали, ну и так себе. Не больше получаса, полчаса, может быть, помотались, а потом космонавты отлетали. Я думал, все сели, оказывается, нет. Оказывается, там еще были два штуки были у меня. Вот пискуненок вроде бы хотел молодой сесть и начал садиться, его стрижи напугали, он оборвался и попер. О, чиль краснорябый. Вот так вот. И попер. Пришлось просто подпугнуть. Вот взлетели 11 штук. Никаких зехирей, никакой толпы. 11 штук они у меня полетали. Очень таки хорошо полетали. Вот, и я знаю, что толпа это плохо. Толпа это очень плохо. Вот они. Урюки забивные, тяжело с ними. Вот 11 штук они у меня полетали
чуть-чуть больше часа на средней высоте. До средней они не дошли, так чуть ниже средней полетали, и полетали довольно-таки неплохо. Ровно 11 штук. 10 взлетел, 11 был, который опустился, пискуненок. Опустился к ним. Вот и они у меня и полетали. Они не крутили, ничего не делали. Я понимаю, что вот такая толпа, вот люди говорят, надо убирать. Вот в любом случае, вот такой толпой будут и закручивать, будут и когда-то какие-то вот желтый стоит тут, играет. Вот он хочет, гад, на посадку, он рот открыл, пусть садится. Вот. Они все равно будут большой толпой будут закручивать. А 10, максимум 20 штук, они летят более-менее спокойно, и они никаких там зихерей, ничего нету. Не крутят, не вертят. Вот. Здесь они вон какой-то ишак напугает, и они пошли. Зихиря. Вот он. Это ржавая голубка. Садись, садись. Так что можно, конечно, гонять выборочно. А что мне делать с остальными? Вот этот тоже. Я не могу вот так вот сейчас, потому что утром я ближе к 10, там, когда ухожу на работу, конечно, с утра насыпаю. 6 утра насыпал и уехал. Вот. А так ближе к 9 начинаю кормить. Утром выпускаю, они у меня гуляют. Потом начинаю кормить, потому что у всех дети. Вот. Как бы кормить надо. Вечером кормлю их досыта. Вот. Поэтому даже и не знаю. Выборочно у меня с утра получится, там сегодня там 10 штук, завтра 10 штук. Ну, так вот полностью голубей и синей тренировать каждый день, так не получится. Вот, выгнать мне их. Поэтому вот стараюсь я вот так вот кучами поднимать пока. Конечно, вот в отпуске попробую постоянно, ну, постоянно говорю, обязательно. Обязательно попробую погонять только вот молодых, несколько стариков, и там штук, ну, до 20 штук. Тут молодых есть, ну, я правда не считал, пусть будет их там штук 10, может больше. Вот, попробую их и несколько старичков, которые идут вверх. Вот, попробую так вот погонять, не вот такой толпой. Вот они летают и летают, и тут, конечно, тут ни игры, ничего. Они вот когда разлетаются, тогда разлетаются. Сейчас вон дам им, пусть уже садятся. Ну, они крутят, закручивают. Вот, молодежь, они сегодня вот полетели, там штук, не знаю, штук 5 молодых, остальные такие старички. И нормально полетали. Вон зато те космонавты, вот они. Вот там пара. Черношейка пошел в лед. Черная с подперенным хвостом. Белые те наверху. Вот они там поодиночке. Как бы мотаются. Что-то больше не приближает. Вон они там мотаются. Те молодцы, вот они как бы летают сами по себе. И когда надо, кто хочет, он и начинает играть, потом за ним кто-то повторяет. Конечно, вот в такой куче они ничего не хотят. Вот некоторые, кто именно что-то делает, они начинают там выпрыгивать. Вот черная с подперенным хвостом, вот наверху черный. Остальные просто-напросто сейчас закрутят и завалятся на антенну. Не знаю, хочу попробовать убрать антенны. Что получится, не знаю. Хочу приучить их, вот, чтобы они сюда садились. Вот он, вольерный полетел. Вот опять. Пошел он. Пошел его на тот дом. Туда. Вот так вот.
радость жизни. Ёпресеты. Вот это вот одни мучения. Он никогда не полетит. От него только если детей взять мастевых. А так, наверное, буду убирать этого красного чубатого. Летает, с крыши на крышу летает. Можно сказать, не валерный, но он не полетит. А мучиться я с ним тоже не буду. Он баран. Из будки не выходит. Паруется веселый голов. Все, но вот как-то так. Вон они те. Сейчас приближу. Те наверху мотаются. В принципе, вот как я и говорил, я особо за временем не гонюсь. Мне хватает, что они час полетают. Ну, пусть два, не больше. И у меня нету времени. Вот он пошел. Нету времени сидеть и ждать. Вот он. Опа! Куда? С крыши на крышу. Вот. Поверьте мне, вот какие голуби бывают вольерные. С крыши на крышу ныряет. А остальные, вот они, красавчики. Вот он какой-то белый. Белый молодой кувыркается. Не знаю, надо. Вот он пошел. Опа! Кувырок. Молодец. Вот так они за месяц, я думаю, там кто-то уже более-менее покажет. Вон они там. Полетели те космонавты мои. Те на средний. Три на средний, другие чуть пониже. Мотаются. Вот так вот. Писюнята тренируются. Их надо обязательно. Обязательно. Лишь бы погода была у меня как бы в отпуске. Побольше солнечных дней. И будет солнце каждый день, значит, будут летать каждый день. И не по одному разу будут летать. Вот. Обязательно буду гонять вот и молодых. Попробую отдельно погонять. Потому что они должны круг узнать. И они должны научиться чему-нибудь. Надо посмотреть, что да как. Вот белая голубка это нормальная. Когда меньше кучи остается, они... И не стараются как бы сесть. Вот крутятся, но летают. Они и по времени здесь могут налетать. Вот черные. Вот они сегодня так вот 11 штук. Вот поднялись, покрутились. Крутились, наверное, минут 20. А потом все выше, выше и выше. И уперли. И уперли. Не скажу, что этот, ну, чуть-чуть до средней не дошли. И полетали довольно-таки неплохо. Медленно так. Хорошо, ничего, никто не крутил. И это вот количество 11 штук. 11 штук они полетали. И более часто из такой толпы, из такой кучки, голуби начинали там, кто на хвост, кто на что способен. Не вот так вот, как просто летуны летают и летают. Так что... Вот так. Так, тройка осталась наверху, остальные вот чернохвосты уже вниз. Вниз идет чернохвосты. Вот голубка с подперенным хвостом. Это перка там, белая перышко. У нее под хвостом. Что-то плохо фокусирует она. Не могу поймать фокус. Да, вроде бы и солнце. Уже исчезло. Вот опять этот красный. Он с крыши на крышу. У него голова не работает. Вот он. Или чуб у него сопротивление дает. Чуб хороший у него. И мозги отшибает. Вот он летит. Вот он. О, первый раз в жизни на антенну. Вот это. Вот все. Подвиг. Вот он какой. Хомяк. Больше не приближает. Жопой повернулся. Смотрит. Неужели он до антенны добрался? Вот это да. Как-то так. Так что, когда покупаем мы
На рынке покупаем мы кота в мешке. Вот. В принципе, я и с первого раза вот Сергею особо и не поверил, вот то, что показывал, снимал у него, то, что он гоняет. И когда он назвал количество, ну вот, как бы, вот они вот начинают. Кто-то может, вот он, черныш какой-то играет наверху. Вот так вот. Остальные попадали. Ну, вон, вот молодые, вот это чиль будет. Маленький летает. Этот, нет, этот играл только что, вот он опять. Это голубка, персючка, голубь на яйцах сейчас сидит. Сейчас время голубов. Вечер еще сидят на яйцах. Вот он. Вот как его не гонять? Он все тренируется и тренируется. Он маленький, ему надо. Надо тренироваться. Вот он, чернорябый перс. Вот этот гад уже чуть-чуть долинивает и куда-то уматывает, куда-то он садится. Я даже и не забываю про него. Надо его вычислить, куда он садится. Потом начинает носиться здесь, когда все лентяй. В общем, надо смотреть за ним и что-то с ним делать. Так, здесь остался белый, черная голубка, чернохвостый. И троечка осталась. Троечка осталась, кажется, наверху было три. Так, там даже вот перка. Перка, вот он. Это чуть-чуть старше, чем этот полнохвостый перка. Вот он летит. Вот он. Он еще как бы полулодка, полунахвост. Но он еще маленький. В руки берешь, он еще пищит. Даже еще не хрипит. Ну, что ты больше не сыграла, я. Вот. Как-то так. Зато уже летает. Уже можно сказать, что он молодец. Он в первый же лет у меня полетел и пропал. Потом откуда-то нарисовался. Вот. Надо в любом случае дать несколько дней там. 4-5 дней, чтобы голуби посидели на крыше молодые. Вот, они хорошо знают. Пусть перелетают, куда им надо. Туда-сюда, вон, пусть по огороду шарятся. Вот, чтобы они больше запомнили. А потом потихонечку все равно надо поднимать. Обязательно надо поднимать. Вот они. И чернохвостый здесь. Вот он. Испортил чуть-чуть игру, испортил. Не чуть-чуть, а был вот с остальным хвостом, еще лучше был. Да ни хрена, я обознался, это не перка начал играть. Это шейка негодяя. Ну, значит, я обознался. Но перка другой тоже поднимается уже. Поднимается. И три штуки остались наверху. Сейчас я на паузу. Так, ну вот двоих вижу, сейчас приближу, если успею. Вон они, вон там черный и белый. Вот двоечка здесь. А третий был чуть-чуть повыше и в стороне. А вон он третий, они пересекаются. Вон он там. В общем, их не вижу смысла их снимать. Вот они как бы еще практически на средний, может, чуть-чуть ниже. Вон белый пошел, они... Поодиночке и мотаются, вот черный, вот они сейчас вдвоем, черный с белым. Вот так вот я сейчас попробую поймать его и вот так вот быстро буду удалять, на какой высоте они. Можно сказать, на средний, вон там черныш играет. Наверху они молодцы, много. Одиночки в основном все наверху что-то делают. Показывают, кто на что способен. Именно одиночки. Да и стая, и они там тоже разлетаются. Когда как. Сегодня хорошо полетали, завтра плохо. Вот вчера снимал утром. Ну, полетали так себе на троечку. Кто-то, конечно, лучше, а кто-то хуже. А в обед было наоборот
жарко, и телефон я поставил на зарядку. Вот смотрю, два пискуненка взлетели. Ну, думаю, раз пискунята не имется, значит, подниму всех остальных. Так они как дали газу, и в обед у меня полетали намного лучше, чем полетали утром. Намного лучше полетали. Поэтому, не знаю, голубь как бы не машина, вот завел и поехал. Вот утром слабо, а в обед я думал, они не полетят, думал, хотя бы малышня полетает так. И поднялись довольно-таки неплохо, куча поднялась, а полетали неплохо. Поэтому, кто их знает, вот, что у них в мозгах. Вон, те летают и летают. Вот сегодня два космонавта, два белых, там один перс и один бакинец, отлетали, для меня более чем достаточно. Так, свои 2 часа они 100% отлетали. Я думал, вообще нету голубей. Поэтому как-то так вот. Вот такие дела. Ладно, буду сейчас, открою я дверь, а то они вон хотят зайти. Открою и пусть заходят. Ладно, все, всем удачи, гоняйте по возможности голубей. Всем пока.